常委，常委，你告诉一下国主，里面已经就绪了，但是现在有个外方正在说话，俄方的一个高官好像说话。 哥先跟他一块儿。好，可以，两位就位，您就直接宣布开始就可以了。你先不要带，不要带，我让护主说去。水。 还没开始，还得有40秒，把镜头过来。哦，那行，等一下，等镜头。我们等40秒啊，马上开始啊！你赶紧切出来，赶紧切出来。哎，已经开始摇了。稍微等40秒，那个张伟，您再等，找个信号需要40秒钟，稍微跟您再说一声，听见了吗？啊，博主已经到了。 中华人民共和国友谊勋章颁授仪式现在开始。 Начинается церемония награждения ордена дружбы Китайской Народной Республики. 请全体起立。 Прошу всех встать. 欢迎中华人民共和国主席习近平和俄罗斯联邦总统普京。 Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
奏唱中华人民共和国国歌。 Исполняется государственный гимн Китайской Народной Республики. Слово предоставляется председателю Си Цзиньпину. Прошу гостей сесть. Уважаемый Путин, уважаемые друзья, 我们在这里举行隆重的仪式，向中国人民的老朋友、好朋友、俄罗斯联邦总统普京授予中华人民共和国友谊勋章。友谊勋章。 是中国国家对外最高荣誉勋章，授予在支持中国现代化建设、促进中外交流合作、维护世界和平中做出杰出贡献的外国友人。这次向普京总统 授予友谊勋章，是中国国家功勋荣誉表彰制度建立以来首次对外颁授。普京总统是具有世界影响的大国领袖，也是当前 高水平中俄关系的缔造者和推动者。自2000年以来，普京总统先后19次来华访问和出席国际活动，是来华次数最多、中国人民最熟悉 最敬重的大国元首，也是我最好的知心朋友。2001年，普京总统代表俄方 签署了中俄睦邻友好合作条约，为两国世代友好奠定了坚实的法律基础。正是得益于普京总统多年来的高度重视和亲自推动，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，政治和战略互信不断的深化，各领域的合作得到了长足的发展。 两国人民友好、不断的深化，高水平的中俄关系造福了两国人民，堪称当今世界大国邻国和谐共处的典范，为推动国际关系、新型国际关系、构建人类命运共同体做出了重要贡献。
站在新的起点上，我愿继续同普京总统一道，秉持睦邻友好、战略协作、合作共赢的精神，共同引领中俄关系迈向更加辉煌的未来。这一枚沉甸甸的友谊勋章，代表了中国人民对普京总统的崇高敬意，更象征着中国和俄罗斯两个伟大民族的深厚友谊。借此机会，我衷心地祝愿普京总统在崇高岗位上取得更大成就，祝伟大的中国和俄罗斯繁荣昌盛，人民幸福，祝两国人民友谊地久天长，谢谢大家。请中共中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任王沪宁宣读国家主席授勋令。Объявляется указ председателя КНР о награждении ордена дружбы члена постоянного комитета Политбюро, секретарем ЦК КПК, председателя комиссии по делам государственных наград Ван Хунином.授勋令，根据《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，特将《中华人民共和国友谊勋章》授予俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京，以表彰普京总统长期致力于推动中俄睦邻友好和全面战略协作伙伴关系发展，以及为此做出的重要贡献。中华人民共和国主席习近平，2018年6月8日，北京。Указ о награждении орденом дружбы. Соответственно законам КНР о государственных наградах и государственных почетных званиях награждается президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Ордена Дружбы Китайской Народной Республики во знаменование многолетних усилий и выдающегося вклада президента Путина в развитие добрососедства и дружбы между Китаем и Россией и развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатели Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Пекин, 8 июня 2018 года. Прошу всех встать. Ли Бинг, 护送中华人民共和国友谊勋章入场. Преподносится Орден Дружбы Китайской Народной Республики сопровождение почетного караула.
请习近平主席向普京总统颁授中华人民共和国友谊勋章。Председатель Си Цзиньпин вручает президенту Путину орден дружбы Китайской Народной Республики. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. Слово предоставляется президенту Путину. Прошу сесть. Уважаемый товарищ Си Цзиньпинь, дорогой друг, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья. Для меня большая честь быть удостоенным почетной государственной награды Китая – Орденом Дружбы. Знаю, что орден был учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания. Рассматриваю это как признание и оценку российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Мы, и я, и мои коллеги, признательны вам, уважаемый товарищ председатель, за сегодняшнюю церемонию. Мы видим не только, что делается, но и как это происходит. Это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения. Подчеркну, наша страна искренне дорожит добрососедством и дружбой с Китайской Народной Республикой. Мы гордимся общими достижениями в политике, экономике, науке, культуре. Ценим достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене. И, конечно, твердо уверены в успехе всех наших начинаний. Хотел бы еще раз поблагодарить за столь почетную награду. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу по углублению российско-китайского стратегического взаимодействия во имя процветания и благополучия народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Благодарю вас.
中华人民共和国友谊勋章颁授仪式到此结束，谢谢习近平主席，谢谢普京总统，谢谢各位嘉宾。 Завершается церемония награждения Орден Дружбы. Спасибо, президент Си Цзиньпин, спасибо, президент Путин, спасибо всем гостям.